Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в очередном уроке. И давайте в этом уроке с вами создадим категории для наших товаров. Переходим в админку нашего сайта, заходим в компоненты, наводим мышь Joomla Касса, дальше наводим категории. То есть, как обычно, в Joomla, прежде чем создать меню, статьи, сначала создаются категории, потом создаются статьи, потом к этим статьям или категориям создаются пункты меню. В магазине, интернет-магазине для Joomla устроено все так же. Сначала мы создаем категории, нужные для наших продуктов. Потом мы создаем продукты, а потом мы выводим продукты через пункты меню на сайт. Так как у меня тематика телефона, я буду называть категории соответственно. Вы уже сами смотрите. Либо вы повторяете за мной, либо вы сразу делаете под свои товары. Категории создаются очень просто. Видно, что у нас сейчас нет ни одной категории. Мы кликаем на зеленую кнопку «Создать». И первое поле «Заголовок». Сюда мы прописываем название нашей категории. Далее, здесь есть у нас поле для редактора. Здесь вы можете написать какое-то описание, оформить данное описание, загрузить изображение, нажав на кнопку вот здесь внизу «Изображение». Но в категории, как правило, это редко делается, поэтому здесь, в принципе, ничего больше делать не нужно. Позже для категории мы загрузим изображение. Мы просто нажимаем «Сохранить» на зеленую кнопочку. Вот здесь у нас видно, что у нас категория сохранена. И я создам еще несколько категорий. Вы также можете создавать дальше категории по своей теме. Быстрое создание категорий – это если мы сейчас вот в этом окне нажмем «Сохранить копию». Кликаем на кнопку «Сохранить копию». У нас копия сохраняется. Мы переименовываем название. Алиас обязательно удаляем. Автоматически он пропишется сам. И не забываем здесь включить категорию. Нажимаем «Сохранить». Ну или же можно поступить другим способом. Мы можем нажать «Сохранить» и «Создать». То есть сразу делается вместо двух действий одно. И у нас открывается пустая категория, новая созданная категория. Дальше у меня идут смартфоны Sony. Сразу нажимаем «Сохранить». И создать. Открывается новая категория. Далее у меня будет категория смартфоны HTC. Сохранить и создать. Далее смартфоны Acer. Сохранить и создать. Далее я ставлю на паузу, заполню еще несколько категорий, а вы для себя тоже заполните несколько еще категорий. Придумайте эти категории, чтобы набить руку. Итак, когда вы закончили создавать категории, последнюю категорию можете нажать «Сохранить и закрыть». У меня здесь вот виден теперь целый список из тех категорий, которые я только что создал. Вот так вот просто создаются у нас категории в компоненте Joomla Касса интернет-магазин. На этом уроке здесь все. В следующем уроке мы начнем подготовку к созданию товаров для наших категорий. Создадим несколько тестовых товаров и продолжим работать. Увидимся в следующем уроке.